Всем привет, с вами школа Inlines, меня зовут Иван Зылев, и это видео о том, что я обновил курс Revit Turbo. Я обновил саму страничку, где размещены уроки, добавил удобную навигацию по нужному блоку. Если вы что-то изучили, просто нажимаете на следующий блок, например, создание перекрытий, и вы переходите к урокам по созданию перекрытий. Для тех, кто не знает, что это за курс, это бесплатный базовый курс по Revit. Пройдя этот курс, смело можно говорить, что у вас есть база Revit. Вы знаете основные инструменты, вы понимаете базовую логику Revit, вы умеете создавать спецификации, выпускать чертежи. В общем, всю базу умеете, но без специфики в отдельной специальности. То есть назвать себя полноценным архитектором Revit вы еще не можете, потому что вы не знаете специфики создания архитектурной документации. То же самое для дизайнеров интерьеров и так далее. Собственно, да, страничку обновил все ссылки. Есть чат у этого курса, в котором можете общаться с другими студентами и, возможно, получать помощь. Но это чат дополнение к основным чатам по семействам, просто чат Revit, который сейчас уже существует в Telegram. Ссылки все всегда есть под видео. Также ссылку на этот курс я оставлю тоже под видео под этим. Поэтому смело переходите, регистрируйтесь и начинайте изучать Revit, если вы этого еще не сделали. На этом все. Могу порекомендовать также после этого курса проходить уже специализированные курсы для дизайнеров, архитекторов и инженеров, которые есть на канале школы Inlines. Я не раз про их говорил. С вами была школа Inlines. Меня зовут Иван Зылев. И до встречи в школе. Всем пока.